Друзья, всем привет! Появилась проблема с двигателем 7АФЕ. Иногда при движении на оборотах от 1800 до 2200 мотор начал слегка подтраивать, и машина стала чуть-чуть поддергиваться. Короче говоря, появились пропуски зажигания. Сразу же первым делом заменил свечи. По каталогу на этот движок свечи идут платиновые, либо иридиевые. Но так как ценник у них конский, я ставлю обыкновенные. Денса К16 ТР11. Единственный зазор на этих свечах идет 1,1 мм между электродами. И рекомендуется его увеличить до 1,3, как на иридиевых. Ставил как с заводским зазором, так и с увеличенным. Разницы особой я не заметил. Короче говоря, замена свечей проблему с подтраиванием двигателя не решила. В общем, снял высоковольтные провода. Провода отстояли около 70 тысяч. Дубликат фирмы Масума. В общем, сейчас с помощью мультиметра замерим сопротивление на каждом проводе. Мультиметр ставим на 20 кОм. Вообще бытует мнение, что высоковольтные провода не должны превышать 10 кОм. Если превышено это значение, значит провода подлежат замене. Самый длинный провод у нас показывает значение в 9,4 кОма. Второй, который покороче, 6,1 кОм. Третий и четвертый по 5,2 кОма. Сопротивление на проводах вроде как и в допуске. Но провода менять однозначно. Ездить на таких уже я, конечно же, не собираюсь. Короче говоря, приобрел я бронепровода фирмы НЖК дубликат. Провода отличного качества. Мягонькие, силикон. Все концы от влаги залиты клеем. Перед тем, как ставить их на двигатель, точно так же промерим сопротивление на каждом проводе и сравним показатели. Самый длинный провод у нас показывает 4,9 кОма, что на 4,5 кОма меньше, чем на старом проводе. Второй провод, который покороче, показывает 3,47 кОма, почти 3,5. Это меньше на 2,7 кОма, чем на старом. Третий и четвертый провод показывают в районе 3 кОм. В общем, это разбег примерно на 2,5 кОма со старыми проводами. Ну все, ставим новые провода на место. Устанавливаются провода очень легко, справится даже ребенок. И
Итак, друзья, после замены высоковольтных проводов проблема ушла. Поддергивания и подтраивания прекратились. В общем, пропуски зажигания исчезли. Возможно, что из-за высокого сопротивления на проводах иногда у катушки не хватало здоровья дать нормальную искру на свечу. Ну а у меня на этом все. Кому видео было полезным, либо понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии. Всем удачи, пока!